95% услуг в области охоты в прошлом году оказаны через информационную систему «Охотуправление». Платформа заработала в 2023 году и сделала многие процессы доступнее и быстрее. Для автоматизации деятельности Министерства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в 2023 году введена в эксплуатацию информационная система «Охотуправление», которая позволила автоматизировать процесс оказания государственных услуг в области охоты. Всего посредством информационной системы было оказано более 95% услуг в области охоты за 2023 год. Все эти услуги включены в перечень массовых социально значимых услуг. Общая площадь охотничьих угодий в Чувашии – более 1,5 миллиона гектаров. 41 охотничье угодье закреплено за 25 охотопользователями. Общедоступных угодий в республике – 533 тысячи гектаров. Охотиться на животных можно только в разрешенные сезоны, при том, что для каждого животного свои сроки даже во время сезона. На тех, кто в Красной книге, охота запрещена. В части осуществления министерством и подведомственным учреждением Федерального государственного охотничьего контроля и надзора за 2023 год выявлено 95 административных правонарушений правил охоты. Сумма ущерба, причиненного в результате правонарушений животному миру, составила 412 тысяч рублей. Ведется исковая работа по взысканию ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, в том числе вследствие гибели в результате ДТП. В 2023 году взыскано 1 миллион 440 тысяч рублей. Также в прошлом году министерством выполнены работы по изготовлению, установке, обслуживанию и последующему удалению из водоема искусственных нерестилищ. Организованы полевые исследования современного состояния численности и распространения редких видов животных. Издана Красная книга Чувашии, том 1, часть 2, редкие исчезающие виды животных во второй редакции.